Распаковка товаров с сайта мыло опт. Сегодня у нас вот такой вот небольшой заказ получился. Здесь у меня масло миндальной косточки 1 литр. Запакован был еще дополнительно, чтобы не протек. Масло виноградной косточки 1 литр. Масло абрикосовой косточки 1 литр. И масло зародышей пшеницы. Все упакованы в пластиковую тару. Также заказала масло кокосовое, нерафинированное, масло ши нерафинированное, масло лавра нерафинированное, цикламетикон 50 мл. Вот он у меня протек, так что получается вот эта бутылочка мокрая и эмульсионный воск замазался 50 грамм. Вот половакса 50 грамм. Также у нас здесь диметикон 350, 30 миллилитров, какао масло 100 грамм, молочная кислота 80%, 25 грамм, BTMS 30 грамм и также трилон B50 грамм. Заказ пришел быстро. Единственный минус только то, что протек цикламетикон. А так все пришло хорошо, вовремя, точный заказ, не было никаких ошибок по оформлению. Спасибо.